Боевая награда армавирца, участника Великой Отечественной войны, вернулась в семью. Это стало возможным благодаря усилиям поисковиков, которых в нашей стране более 43 тысяч. Они объединены в сотни общественных организаций и работают в местах, где проходили военные сражения. В сентябре 2020 года была обнаружена медаль в окрестностях города Карачев Брянской области. И медаль оказалась вашего земляка. Мы сейчас не сможем точно предположить, как эта медаль была утеряна. Но найдена она была на территории боев. И, скорее всего, воин Майоров Борис Федорович потерял эту медаль в боевой обстановке. Борис Майоров получил медаль за боевые заслуги в 1943 году. Он был разведчиком, его наградили за мужество во время выполнения важного задания. Самого ветерана уже нет с нами, но с помощью администрации Армавира поисковикам удалось разыскать его внука, который живет в нашем городе. Юрию Майорову торжественно передали награду деда. Будем ее хранить, как, не знаю, самый дорогой подарок, наверное, в этой жизни. Хочется сказать большое спасибо поисковым группам, которые работают, ищут такие вот награды и все остальное, и возвращают их как бы родственникам. Огромное им за это спасибо. Это не единственная награда бойца Великой Отечественной Бориса Майорова. Также он был награжден медалями за отвагу, за оборону Кавказа и орденом Отечественной войны. Эти награды вернулись с войны вместе с ним. А теперь, благодаря усилиям поисковиков, потомки героя смогут хранить полный комплект медалей своего деда. Хорошо, что на мероприятии присутствует молодежь и видит, как происходят подобные моменты, когда память остается жива и остается в семье. Эта награда была получена в возрасте 17 лет. То есть Майоров Борис Федорович получил ее в 17-летнем возрасте. Утерял мы сейчас не знаем, в каком возрасте, но сам факт получения был 17 лет. И это как пример для молодого поколения. Поисковики отметили, что вернуть награду в семью получается очень редко. В Краснодарском крае такое случилось всего в третий раз. Очень отрадно, что это произошло именно в Армавире. В город вернулась еще одна боевая реликвия. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».